Представьте, как бы выглядел футбольный матч, если бы правила игры были известны только одному игроку. В лучшем случае истинному лидеру удастся воспитать команду и одержать победу. Ведь иначе игроки просто потеряли бы интерес и покинули поле игры. Именно так с футболом сравнивает основную систему лидерства известный профессор Лондонской школы бизнеса Ричард Джоли, который посетил Казанский федеральный университет. Стоит отметить, Ричард Джоли считается одним из ведущих специалистов, занимающихся темами лидерства и межличностных отношений, а также сферой управления политическими процессами. Темы лидерства и межличностных отношений в любом бизнесе являются, пожалуй, самыми обсуждаемыми вопросами. Ответы на них профессор искал совместно с руководителями предприятий Татарстана и научных учреждений. На своей лекции профессор отметил особенности современного лидерства. И довольно подробно Ричард Джоли рассказал об отношениях в коллективах между сотрудниками и руководителями. Профессор отметил, что наиболее важно добиться того, чтобы хотя бы 95% сотрудников не допускали мысли о смене работы. Все это делается для того, чтобы ваш бизнес не потерпел сокрушимое фиаско. Организации с заметной текучкой сотрудников долго не держатся на рынке бизнеса. И не думайте, что вы неразрушимы. Но что же делать с таким неприятным явлением? Вопрос является открытым, и мы приложим все силы, чтобы найти нужный ответ.